Дезинфекцию перед пятничным богослужением провели в центральной джума-мечети столицы. По всей территории было проведено опрыскивание специальным раствором. Связано это с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Абдулла Алиев о проведенных работах. Мы находимся на территории центральной джума-мечети города Махачкалы. Здесь сейчас проводится тотальная дезинфекция всего помещения и омовительных комплексов. Специальным веществом обрабатываются дверные ручки, перила, водопроводные краны, все то, с чем могут контактировать люди. Также дезинфицирующим средством опрыскивается первый и второй этаж мечети. У каждого входа установлены специальные устройства, с помощью которых прихожане в целях профилактики смогут дезинфицировать руки. В омывательном комплексе полностью заменено обычное мыло на бактерицидное. Но это не все. Теперь прихожане мечети в случае недомогания смогут здесь же проверить состояние температуры с помощью специальных тепловизоров, которые будут находиться на территории мечети. Все это проводится с целью профилактики заражения коронавирусом прихожанами мечети. Мы с вами знаем, по всей России идет у людей паника, что распространяется коронавирус. Хотел бы всех наших прихожан и горожан успокоить, что у нас соблюдены все меры безопасности, дезинфицировано и внутри мечети, с утра была дезинфекция внутри мечети и прилегающей территории и омывательных комплексах. И для этого все меры безопасности соблюдены. Напомню, что вспышка инфекции произошла в декабре прошлого года в Китае. По последним данным, насчитывается более 200 тысяч зараженных во всем мире. Из них более 100 выявлено в России. В Дагестане же нет пока официального подтверждения о случаях заражения вирусом. Тем не менее, предпринимаются всевозможные меры по предотвращению распространения этой болезни. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.